Привет, друзья, с вами Антон Звягинцев, это Альберт, наконец-таки он теперь не за кадром, а в кадре. И сегодня мы будем тестировать весьма странные и необычные колеса из Китая. Не ярко. Альберт, это макароны. Cloudville. Макарон. Ребят, кто не знает, что за бренд Cloudville, это бренд, который делает колеса для электроскейтборда. Я на них катаюсь, много уже было обзоров, думаю, уже все видели. И теперь они решили сделать для лонгборда. По форме, Альберт, вот мне кажется, что это вентиляторы какие-то. Это катки, да. Хотя они называются макарон. Турбины. Турбины. И, кстати, смотри, ты заметил, что здесь есть направление. То есть, если мы будем ехать, прикинь, если вдруг они будут создавать звук. Аэродинамика там такая будет. Да, да. Прикольно. У меня есть еще одни такие, кстати. Что мы имеем? 65 миллиметров, 38 миллиметров. Пятно контакта. Нормально. Как раз для фристайла. Stone Ground называется. Шершавые. Вот так выглядят колеса. Я могу сказать то, что мне кажется, что мы их сегодня сломаем, потому что уретана здесь сверху очень мало. Да, это, знаешь, заниженный профиль. Да, очень сильно заниженный профиль. И если делать на них фристайл трюки, то кор может лопнуть. Но сейчас мы, Альберт, раскроем. Сейчас проверим. А, тут, кстати, много цветов. Да, кстати, у меня есть еще вот такие вот оранжевенькие. Значит, они большие, они для даунхилла, мне кажется. Да? Ну, для города такие, я решил, что нам нужно больше... Тут тоже написано, что они 65. Ну ладно. Но у меня большие, у меня 80. Итак, розовый, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и зеленый. Ну, я думаю, фиолетовый самый кайф. Да кто тебя так учил? Вот так надо, смотри. Блин. Да. Так. Так, не мусорим на споте. Ой, ну слушай, приятно. Слушай, они такие маленькие. Смотри, вот здесь видно прям, сколько здесь этого. Уретанчика? Да. Хотя нет, смотри. Они прозрачные, кстати. Они прозрачные, они внутри залиты. Они залиты. Я думал, что это кор. Блин, не будет вентилятора, потому что я думал, будет просто ребристый кор, а прикол. Просто внутри находится. Хотя, может быть, но они мягкие, слушай, они очень смотри, мягкие. Они... Лови. Они очень мягкие и... Ой, смотри, здесь не пролили, тут пузырь остался. А, китайцы. И меня Альберт все время говорил, типа, Антон, да? Как ты можешь кататься на таких больших и тяжелых колесах? Плюс у тебя еще муншайн, достаточно такой тяжелый эликсир. В любом случае, мы сегодня будем эти колеса ставить на Альберта Пейпер доску. Да, а вот потом так. Я эти колеса, если мы их не сломаем, поставим вот сюда. Блин, а вот еще скейтовые колеса, покажи. Кепревские. Такие маленькие скейт колеса. Ну смотри, сегодня мы тебя апгрейдим, нормально. И, ребята, здесь, значит, кор, он офсетовский, то есть не центр-сет, как, например, вот на этих колесах, он смещен ближе к задней части. Посмотрим, как это будет влиять, хотя я много слышал тем, то, что офсетовский кор является фристайловским кором в скейтбординге. Мало найдешь колес именно с офсет-кором, именно скейтовые, а лонгбордические достаточно много. Но я думаю, на них можно даже и посладить. Сколько там жесткость была? Это жесткость не написано. Но мне кажется, где-то 78 или 80. Вообще выглядят они довольно стильно. Выглядит, как будто на них можно прям очень много посладить, хотя кора прям пипец мало. Ладно, что, давай устанавливать? Давай. Будем устанавливаться на твою доску. И, не кстати, ужит. Ребята, если хотите приобрести себе longboard paper, то заходите по ссылочке в описании на The Board Shop. По предзаказу можно себе взять офигенный, классный денсер, а также на него комплектующие. Такие же подвесочки кепри, такие же колеса и керамические подшипники. Так что можете собрать себе классный, офигенный денсер. И накладки. Да, и накладки. А, и ну и промокод Тони, чтобы вы получили дополнительную скидку от меня. Все, Альберт, ты собираешь? Давай. Я снимаю. Ну что, ребята, все, поменяли мы колеса Альберта. Это был какой-то ужас. У него были все грани счесаны, сбиты. Нам пришлось Лерка их прокручивать, потом выбивать, потом опять накручивать резьбу. Ну, где-то минут 40 мы потратили. Да, как у тебя вообще-то произошло, скажи, давай. Слишком жесткий? Из-за того, что колеса мои, здесь остается ось открытая, то есть не как здесь не видно ось, а у меня ось торчит. И когда доска вот так вот падает, ось сбивает. Все сбивается. Поэтому, ребята, если у вас есть Y-ключ с Леркой, вы можете спокойно нарезать резьбу на вашей оси. Ну что, новенькие колеса? Давай, Альберт, поехали. First try! Ну, мягко достаточно, могу сказать. Это нам неплохо. Но comply? Не очень привычно, что они такие широкие. Я привык на узеньких. Да ты на какие-то скейтовых вообще привык. Давай, аэрогрэб первый. Давай, без раскатки. Без раскатки. До вентиляторах.
Ладно, у скейтера всегда три попытки. Одна раскаточная. В смысле? В прошлом году было две попытки. А теперь три. Понял. Одна раскаточная, одна... еще одна раскаточная и одна на зачет. Ой, кстати, она даже не... не закусывает? Не, не вылбайтит. Вообще? Ну, как бы вот я давлю прям полностью. Нет. Тупик. Ребята, честно, мне очень нравится, как выглядит кор. Он реально не макаронный, а вентиляторный. Вроде все правильно. Блин, Альберт, с подшипниками какая-то проблема у тебя немножечко. Ну, они после Кавказа немножко пострадали. Вообще они. Ладно, так. Блин, на пейпере попробуй сделать кикфлип. Без раскатки тоже. Давай. О, да они как будто на лонг... даунхильные. Еп! Ракета вот такая, да, была? Да. Так, ладно. Так, ну сегодня раз у нас фристайл, поэтому нужно какой-то фристайл-трюк сделать, да? Да. Ну, давай. Это что-то невообразимо страшное, Антон. А ты такой трюк не умеешь, ребят? Не умею. Смотри. Что-то авторское. Как называется, пишите в комментариях. Ну, сейчас нужно поставить сначала ему. Хорош. Блин, я никогда не делал этот трюк. С Альбертом мы решили, что это varial hue рукой, ребят. Если вы знаете какое-то правильное название этого трюка, то пишите в комментариях. А сколько доска делает? 180? 180 точно делает, да. И еще флип. Вообще или 360 флип. Хочешь попробовать? Такой трюк нет. Что-то на богатом, на стильном. Давай еще раз. С прыжочком делать. Мне с прыжком страшно это делать. Коленки как пружинки. Что за дела? Я специально жестко хотел приземлить. Альберт, я могу сказать, что это не жестко. Давай жестче. Жестче у тебя только там подшипники отвалятся до конца. Я не катался миллиард лет. О, и давай в дорожке. Значит так, надо чуть разогреться. Покажу. То есть раскататься, да? Ну, раскататься, разогреться, да. Для этого есть очень... надо еще и отдышаться. У тебя есть какая-то своя техника? Да, есть техника, которую я подсмотрел у Могли. У Могли? Из Брейл. А я думал, это твоя техника какая-то. Не-не-не. Так, ребят, сейчас будет лайфхак от Альберта. Что там нужно? Бутылку пива достать? Да. О, это плетка? Да, Антон. Ребята, он меня бьет. Напишите в комментариях, что он меня бьет. Берем скакалочку за 200 рублей с Озона. И 3 минутки прыгаем. Короче, вот так делаешь 3 минуты, и спина не будет болеть. Стой, дай-ка я сейчас тоже это сделаю. Ой-ой-ой, норма ГТО пошла. Опа! Ты видел? Да. Трюк с банданой. Не, даблфлип я сделал. Да, и бандана у тебя вылетала там. Так, ребята, походу надо снимать про скакалку. Да кому нужны эти лонгборды, Антон? Правильно, пишите в комментариях, кто любит прыгать на скакалке. Так, еще трюки раз. Трюки на скакалке. И даблфлип сейчас буду. Нормально. Слушай, хороший тренажер на самом деле. Да, и разогреваешься. Хороший быстро. Лайфхак, ребята, всем советую. Фух, поехали на доске кататься. Так, ребята, ну что, распрыгались на скакалке, теперь сыграем с Альбертом Game of Skate до трех. Делаем только фристайл трюки, так что поехали. И вот, типа... Да все так просто. Допустим. Хорош. Приземлил очень опасно. Блин! Ну это, да, это было оно. Вау. Ребята, как мне кажется, я не сильно безнадёжен во фристайле, но пару уроков у Альберта можно точно взять. Вот этот трюк, да, достаточно прикольный. Вот так оп, эту болтушку сделал и все.
Так, ребята, ну что, протестировали мы эти колесики от Cloud Wheels, макароны, вентиляторы. Могу сказать, просто обычные стоковые колеса, ничем они не отличаются от других колес, от тех же там самых Кепри или Blood Orange. В принципе, тот же самый уретан, та же самая жесткость, только корни немножечко интереснее. Конечно, мы думали, что он будет внутри такой ребристый, чтобы был воздух, чтобы был такой звук, когда ты едешь, да, чтобы тебя разгонял как вентилятор, но на самом деле здесь ничего такого нет. Поэтому, в принципе, если вы хотите кататься фристайл на таких колесах, вы покатаетесь, покрутитесь на этих колесах, также будет максимально удобно. Ты что скажешь, нормально? Мне кажется, это колеса вот прям чуть-чуть для фристайла, ну, фристайл в меньшей степени, в большей для того, чтобы просто покруизить. Покруизить, да, можно поставить на гибридный скейт, можно поставить на большой скейт. Хотя, слушай, дэнс на них, мне кажется, нормально будет. Слушай, ну я вот сейчас катался, мне было удобно, да, закусывал в некоторых моментах, ну просто у тебя под тебя настроены подвески. Да. А по сути, в принципе, диаметра хватает, чтобы на них поделать фристайл трюки. Прикольные колеса. Даже просто... треху можно уехать, да, все нормально. Непривычно. Мы не попробовали послайдить. Посладить. Да, на них можно посадить, потому что они сразу stone ground, их не нужно раскатывать. Поэтому, ребята, если вдруг захотите эти колеса приобрести, ссылочку я все равно оставлю в описании. Но если хотите побыстрее приобрести, а не ждать их где-то там месяц, а то и больше, то заходите на мой сайт TheBoardShop по промокоду Tony, получайте скидку и приобретайте себе колеса для фристайла, для слайдинга, для даунхилла, для крузинга, для скейтборда. В общем, там все есть, так что жду вас по ссылке в описании. Спасибо, Альберт. Спасибо, спасибо за то, что Антон. Выиграл меня в скейт. Ты пожалуйста. Красава. Молодец. Обязательно подписывайтесь на Альберта. Все ссылочки будут в описании. Катайтесь на скейтборде, прогрессируйте. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Звягинцев и Альберт. Ставьте нам максимальные экстремальные лайки. И увидимся уже в следующем видео. До новых встреч. Пока-пока.